6 сентября Новотроицкий родильный дом закрывается на профилактический ремонт, в связи с чем у рожениц появляется выбор, где же появится на свет их будущий ребенок – в Гае или в Орске. Мы же хотим вас познакомить с обновленным Орским родильным домом. Родильный дом города Новотроицка ежегодно закрывается на профилактический ремонт. Женщины со схватками, либо если воды отошли, они по скорой помощи доставляются в родильное учреждение города Орска. Если есть какие-то показания во время беременности, то они направляются на дородовую госпитализацию. Отделение открылось уже практически как 2 года после ремонта. У нас проведен капитальный ремонт здания. Есть одна местная палата, индивидуальный родильный зал. То есть женщина поступает в родильный зал, в нем же находится во время схваток, в нем же рожает. И уже из этого родзала одна поднимается в послеродовое отделение. Сразу родив, женщина 2 часа находится в родильном зале, наблюдается. После этого она с малышом поднимается в палату, где уже сама занимается полностью своим ребеночком. Первый раз в роддоме. В Орском, потому что мы приехали сюда с мужем и с детьми, и вот малышку родили уже в Орске. И нам очень нравится, ремонт замечательный просто, медперсонал очень хороший. Роды по счету уже 3-е, я счастлива, девочка здоровая, крупненькая, 4300. Спасибо большое персоналу за то, что подарили мне такого малыша, моего здорового. Бэби-бум идет 3-й год. С каждым годом у нас количество родов увеличится примерно на 500. То есть в прошлом году где-то было 2500 родов. Сейчас в этом году ожидается, наверное, 1003 или чуть побольше. Вот вы можете сказать в сутки через вас, скажем так, сколько проходит рожениц? Ну, примерно по роддому в сутки не меньше 5-7 родов идет. И здесь будете рожать? Не было никогда желания, может, поехать в другой город? Раньше Арчанки рвались в Новотроицк, в Оренбург? Нет. Не было. А почему? Зачем? Чего обижать-то? Все родные свое. Стены. Да, родные стены, все свое.